Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам и руководству компании «Роскосмос» за предоставленный транспорт, который дает возможность работать на передовых позициях, который дает возможность развозить гуманитарную помощь для мирного населения. Хочу выразить благодарность лично Игорю Игоревичу, Павлу Григорьевичу и Игорю Евгеньевичу. Огромное спасибо за ваш труд, за ваши отношения и за вашу помощь для бойцов. Ребят, пару слов, пожалуйста, эфир ваш. Мы, как бойцы батальона, благодарим госкорпорацию «Роскосмос» за то, что она помогает нам, и персонально ее работников Павла Григорьевича, Игоря Игоревича и Игоря Евгеньевича. Мы постараемся, как говорится, своими усилиями приблизить победу над нацизмом, который поднял в 21 веке голову на Украине. Еще раз, благодарим. Спасибо большое вам за то, что вы нам помогаете очень сильно. И большая благодарность Роскосмосу. Огромное спасибо за шлемы, которые предоставила компания Роскосмос. Да, шлемы очень большие. За них тоже спасибо большое. Очень хорошие шлемы. Еще благодарность большая. Очень, что помогли со шлемами. Компания «Роскосмос», для тех, кто смотрит эфир впервые, нашла возможность, передали нашему подразделению 50 шлемов. И каждый шлем – это спасенные жизни наших бойцов, это спасенные жизни отцов, которые с победой вернутся домой. Очень надеемся, что в ближайшее время к своим семьям, к своим детям. Всем огромное спасибо. Калининцы, работаем. Мы продолжаем акции по сбору гуманитарной помощи для мирного населения Донбасса. Вы знаете, мы развозим и детям, и многодетным семьям. И огромное спасибо тем, кто помогает поддержкой наших солдат, наших бойцов, которые сейчас, в настоящее время, на передовой защищают интересы Российской Федерации и мирное небо над головой каждого из вас. Огромное спасибо, подключайтесь. И числа 15-20 выйдет уже 11-я гуманитарная миссия на Донбасс. Вы знаете, что уже на протяжении 10 месяцев мы привозим, раздаем и оказываем поддержку благодаря вам, благодаря каждому из вас, кто принимает участие в нашей гуманитарной миссии. Хочется еще раз сказать спасибо огромное корпорации «Роскосмос» за оказанную технику, за шлемы. Действительно, это очень большое подспорье и помощь нашим бойцам. И мы будем выручать и наших бойцов, и мирное население в прифронтовых территориях. Хочется поблагодарить сердечно компанию «Роскосмос» за предоставленную технику и шлемы, потому что шлемы очень необходимы для того, чтобы сберечь жизни людей и техника, которая только ускорит нашу победу. И спасибо вам за это. Очень вам благодарен. Спасибо огромное всех тех, кто причастен к передаче техники, передаче гуманитарной помощи, к поддержке наших бойцов. Просьба остальных, кто просто смотрит, не просто смотреть, а присоединяться, кто чем может, давайте вместе поможем нуждающимся людям и поддержим наших ребят. Всем здоровья, мирного неба и всего наилучшего. Благодарим всех, кто нам помогает и кто будет помогать нам еще. Огромное спасибо большое вам за все, что вы нам присылаете и помогаете. Всем огромное спасибо. До скорых встреч. Работаем. Работаем.